Всем привет, ребята, с вами Геймер. Это у нас игрушка под названием «Гладиатор. Выжить любой ценой». Точнее, как? Выжить в Риме, во. Выжить в Риме и... Так, что раз? Вот что такое? А, намек понял. Намек понял, так. А, значит, ты у нас деньги нам не надо. Что по заданию, по таланту? Что такое? Давай. Не давай. Воин. Ага. А тип нельзя, да? Недоступно. А как получить вот это? Значит, больше за каждый уровень таланта. Прочник. Это, скорее всего, тот, кто кидает камни. Так, ну давай пока что... А, два уровня надо поднять, типа, доступно. А ну, а здесь? А здесь 7 надо поднять, смотри, здесь 7. Копья и мастер пушка это тоже. Ага, значит, сначала вот это поднимаем. Все, оно открылось. Больше урона. Тут текущие 4. Так, значит, котер простаивает. Что он простаивает? Он ничего не простаивает, ничего не надо. Ты у нас что хочешь? Построить за 200 монет. За 200 монет пока что нам тут. Ну или давай за 200 монет посмотрим, что это. Время от времени добывает сырое мясо. Хорошо, куда тебя оставить? Куда тебя оставить? Где у нас мясо? Мясо вот там. Кривоват. Кривоват чуть-чуть, ну ладно. Давай тогда вот тут. Вот так. Пока что вот так поставим. Хорошо, постоишь. Или давай вот это можно? Назад. Так. Во! Вот так вот все это берется. Все-таки мне кажется, что это игра для компа. Фу, для компа, для мобила. Во! Вот сюда, вот так вот. Хорошо, это сюда. А это сюда. Как раз много места занимает, слушай. Как раз много места занимает. Это хорошо. Это хорошо, это как. А, так это убирается. Блин, нет. Тогда не годится. Дерево куда? Дерево сюда. Ну вот. Хорошо, это сюда. А чуть-чуть сюда. Ну потом перестроим, короче, у нас все равно там еще дофига всего. Дофига всего. Так, по инвентарю. Что у нас инвентарь? Что у нас склад вообще? Забит? Нет. Дубину можно? А дубина не выкладывается или что? Я не пойму. Как понять, дубина выкладывается или нет? То есть это снаряжение всем насрать. Я понял. На снаряжение всем насрать. А что, плохой и ты видал, плохая обычная это, палка есть. А копье у меня обычное, то есть, а есть плохое. Давай сначала, может, плохое добьем, потом выкинем. Хорошо, давай сначала добьем плохое, а потом выкинем его нахер. Так, по заданиям, Что, магазин? Ладно, ура. Шкура. А что она куплена? А кто мне его купил уже? Кто мне купил шкуру? Что за прикол? Заплатить за проход. Сумка. Шеф. Напасть на караван, посетить пещеру. Отжарить мясо, начать отслеживать. А у меня мяса нет. А чё? А, достроить надо. Чё ты, блин? Давай строй. Так. Время требует добывать древесину. О, а это некуда строить. О, есть куда строить. Сюда. Хорошо. Так, всё, а как тебя строить? Бревно найти. Ищи бревна. 6 бревен надо. Давай. Хорошо. Как раз развал зачистим. Обей. Хорошо. А че еще? А куда еще? А туда. Хорошо. А тут еще мясо, блин. О, кстати, как раз мясо, чтобы жариться. А, у меня нету этого, кого? Того, всего. У меня ж нету, не будет дерева. Это печка? Она ж плохая, стопудово, да? 7 мало. Да, стоп, занят. Хорошо, мясо. Во. А тебе сколько надо? 12 досок, ни хрена себе. 12 досок, 15 камней. А давай в первую очередь вот это, так, 15 камней тебе надо, у меня сколько? У меня, еще один. И дохрена досок. Дохрена досок это сколько? Давай подумаем, сколько это, дохрена досок. Так, я что-то глаза закрыл, он уже убежал. 10 надо мяса, 10 мяса не надо. Так, это сюда. Правильно сюда? Да. Не сюда, а куда? Это кто? Что? Это закрыто. Еще мясо. Ух ты. А
может, я могу везде пособирать мясо, слушай. Может, у меня везде тут мясо есть просто. Так, это не то. Это что, завал расчистить? Реально? Нереально. Нахрена камень не стоп? Колодец, прикинь. Вода! Что дает вода? Ни хрена не дает. Огород. Еще куда-то бегу. Ебать, куда я бегу? А это не мое, типа? А что я не могу тут ничего сделать? А рыбачить? А как рыбачить-то? А, или топор сломался? Да не, не сломался. Непонятно. Непонятно, что это такое. Закрыто. А, что-то еще тут есть. Ладно, побежали дальше. Туда-сюда, обратно. Так, что у нас тут? Киркой? А что ты киркой-то тут работаешь? Взял огород, сломал. Вот дебил. Камень добыл. Прикинь. Дурачок. А, недоступно. И туда нельзя пройти. Что это было? На улице было. Так, ага. Доступно на втором уровне поселения, доступно на четвертом компостная яма поле. Хорошо. А там что можно построить тогда? Что тут можно строить? Какой-то храм, да? Пастбище овец, амбар, молочная ферма. Это долго ждать. Вот это я не хочу пока что трогать, оно мне не надо. Так, что у меня по дереву? Сколько дерева? 10 дерева. А давай-ка вот сюда. Строить. А, так ты у меня сейчас всю энергию сожрёшь. Так, а ну. Займёт рабочих. 0 из 1. Найти рабочего. А как найти рабочего? А куда это? Куда ты меня ведёшь? Вот сюда. А ну. Не сюда? Ну, сюда, но не сюда. Ага, рано ещё, я понял. Поиски рабочего мы ещё рано. Опа-на. Это тоже рано. Наверное, это будет где-то тут связано. Хорошо. Значит, мне нужны доски. Кажись, не то. Снять. А чё не могу? А, это разобрать. А как чинить? А где чинить? Надеть. А где чинить-то? О, вот тут. Вот тут чиним топор. Починить. Раз, два, три. Сейчас всю энергию просру. Уже просрал. Во, вот здесь вот надо дерево, точно. 4. Хорошо. Хорошо. Так. Давай вот так. А не один. Вот так. Раз. Все, теперь за энергией надо идти. За энергией пошли. А, ты иди, сиди, блин. У тебя денег там, я знаю, что много, но нафиг оно мне надо. Нафиг оно мне надо. И тот пишет что-то. Кто мне что пишет? А, все, все уже доделали. Пока читал, уже все это, уже все сделали, поделали. Так, где, вот это. Это оно, да. Хорошо. Так, рабочего надо, да? Ну да, конечно, найти рабочего. А выйдет с рабочего, рабочего нет еще. Сумка, склад. Вот сюда. Сложить. Есть, не надо. Нафиг ты? Не понял. Ну ладно. Догнать, пожарить. Жарим. И материал. Домик рабочий. Иди ты в пень. У меня нет такого. Короче, жарим пока что одно мясо. А остальное не лезет. Прикинь, остальное-то не лезет. Лады. Камень мне некуда деть, да? Ну, фиг с ним, пошли тогда так. Где у нас тут задание? Значит, плата за вход. Нет, сначала в таинственную пещеру пойдем. Сначала пойдем в таинственную пещеру. Что у нас там будет? Возможно, какие-то залежи, возможно, какие-то монстры, возможно, какие-то руины. Ты кто? Тит, я уже и не надеялся. Ты можешь идти? Мне удалось поблагодарить выбранную оттуда, но остальным так не повезло. Так и есть другие выжившие. Я не сдамся, пока не освобожу их. Нам удалось отбить нашу виллу, уступая, там будет безопаснее. О, это рабочий, мой блин. Так, мне показывают куда-то сюда? А зачем мне сюда? А зачем ты мне грибы показываешь?
Мясо и брё. О, силки просто. А, понял, зачем. Это мне мясо показываешь, сырое мясо 5. А зачем мне? А куда это, погоди, а куда ты хочешь мне это создать жареное? Блин, нет, иди нафиг, я это и так жарю. Пусть как рабочий шеф-повар поджарить здесь мясо, создать жареное мясо. Жареное мясо это будет найти жареное, на, сырое бревно и найти жареное мясо. Ага, все, так. Напасть на караван и все остальное мы еще успеем сделать. Морковка, ля. Морковка просто так растет. Прикинь, морковка просто так растет. Сколько? 3. Заяц, иди сюда. Хуяк, зайца нет. Второе мясо получу. Чисто, вот чисто по заданию, чтобы оно от меня отвяло. Рубим дерево. Кстати, почему здесь по одному дают дерево, если в городе мне давало по два? У меня какое-то особое дерево растет там? Или что? Или как? Или зачем? Или почему? Так, надо морковку съесть. Съесть. Хорошо. Ага, все, можно без мышки, иди нафиг. А не, нельзя без мышки, а как? Тю. А что ты меня туда показываешь? Найти жареное мясо. Да, я туда еще вернусь, погоди. Мне почему-то показывают туда идти. Враг? А что тут враги? А, ну это же караван, точняк. Не, ну давай оббежим его. Пока что оббежим. Мне надо понять, куда меня ведут. Не понял, все равно. Наверх куда-то ведут. А зачем мне наверх? А как попасть? О! Ты кто? Ты больной? Ты чё меня бьёшь? Ничего не выпало. Так это что? Это вода! Реально вода! Прикинь? Да, серьезно, вода. Не, не надо. Хорошо, пацаны, давайте подеремся. А, да вы слабые, конечно. Тут слабые настолько, что капец. Капецкий капец. Вы мне просто подметки не годитесь. Конечно, можно уворачиваться от этого удара. О, видишь, увернулся. Сейчас опять. О, видал? Вернулся. Иди в петлю. Так, теперь надо подсобирать. Теперь все собирать, блин, вообще. Все. Орехи, золото, грибы, морковь, глина, овцы. Еще морковь. Жареное мясо. А, здесь можно приготовить или найти. Я это намек, что надо найти. Возможно. Возможно, да, кстати. Ну ладно, будем искать, значит. Как инвентарь переполнен? Чем он уже переполнен? Все, съел. Пошли, значит, сначала мясо сделаем. Что-то мне показывает туда. А, мясо нашло, я понял. Ой, тихо. Караван пока не трогаем. Чтобы не пропало событие это. Так, а еще что у меня по дубине? Дубину можно выкинуть? Все, дубину можно выкинуть, нафиг. А, хотя мы ее разберем. Нафиг выкидывать, если можно разобрать на вещи. Действительно. Так, подождешь? А, пещера тоже подождет. Хотя я слышал, что там в развалинах кто-то есть. Но все же подождет же. Правильно? Подождет. Так, на максимум. Т6. Хорошо. Далее. Новое задание. Новый дом. Дом рабочих. Начать отслеживать. Плата за проход. Это то или не то? Так, это, наверное, построить надо, да? Так, склад. Можно выложить. Вложить. Можно... Ага, нельзя.
Сложить. Хорошо. Сложить. Хорошо. Так, теперь, что? Дубину. 85, 86. Ага. Так, а что по дубинам? 75, 84. 88. Дальность атаки здесь больше. Урон больше. Копье лучше. Копье лучше, все. Копье лучше, где что разобрать? Где, как, вот, все, можно разобрать предмет. Хорошо, вот этот. А, чем прочнее предмет, тем больше вещей ты получишь. Но не важно. Разберем вот так. Без проблем. Так, разобрали вот это. Сложить. 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 Может улучшить? А, херушки, я понял, за кристаллы. Ну ладно. Просто забито все, как бы, ну, не то, не то, не все. Что ты хочешь? Угу. Надо дерево и доски. Ищем дерево и доски. А я еще думал, блин, стоит, не стоит, что это такое? На это рабочий. Ха! Прикинь, наебочка. Наебочка, то есть, чтобы нанять рабочего, надо построить эту тему. Чтобы построить эту тему, надо дерево. Чтобы получить дерево, надо нанять рабочего. Чтобы нанять рабочего, надо построить здание за дерево. Чтобы дерево, дерево рабочее, рабочее дерево, круговорот природы, блин. Этого хватит, надеюсь. Что там надо? Сколько надо? Я не помню. Я не помню, что там надо. Я помню доски, дерево и камень вроде, да? Или глина. Ну, неважно. А, шкура. Так, надо одну сделать эту досточку. Четыре доски. Четыре доски с одной бревнышком. Одно бревнышко, четыре доски дела. Нанимаем себе два рабочих, надеюсь. Надеюсь, два, потому что у меня одного мало, потому что у меня тут мясо, дерево, как бы, да. Надо же и то, правильно? Чтобы не голодать, чтобы все было хорошо. Долби мужика. Хорош, молотком его так, хорош, вообще красавчик. Все, убил. Нанять 50, да. Прикол. Можно так нанимать много. Нравится. Все, у меня два рабочих, это я рад. Это я рад. Ага, вот у меня не показывается. Хорошо. Так, значит, тебе надо заказать. Работай. Три бревна за час. Это много? Нет, это мало. И здесь тоже. Вот здесь грибов, это хорошо, конечно, было бы, но нет. Ой, ой-ой-ой, опыт дали. Так, что тут у нас? Взять все, хорошо. Так, жареное мясо, найти жареное, поджарить 10 кусков мяса, напасть на караван, пещеру, поход. Хорошо. Значит, так, это надо забрать. А, склад съесть, разделить не надо. Сложить, не годится, сложить. Сложить, сложить, не годится. Все, я понял. Так, теперь задание оно какое-то появилось, или что ли, мне кажется. Кажись, мне кажется. А что ты вообще без оружия? А, так ты с копьем. Нет. Снять. Надеть. Улучшить. Во! Можно улучшить. А нафиг она слабенькая все равно будет. Думаю, пока не надо улучшать, оно все равно слабенько. Так, значит, копье. Здесь всего 4 урона дали. Может, копье это прокачать еще? Добытчик, ладно, давай. Шанс получить грибы. А здесь что? Дает выносливость за каждый повышенный уровень, повышает количество выносливости за каждый уровень таланта. Шанс увеличить уклонение. Добавит опыт. 20 энергии. Ну, типа, энергия тоже нужна, правильно? Мы ее, в принципе, расходуем не так много, но она расходуется. В прошлый раз она у меня вроде бы закончилась, я не помню точно. Так, это мне показывает, что мясо. Мясо у меня сделалось, но мне мясо пока не надо. Заплатить за вход, заплатим потом. Так. Значит, мне надо в пещеру. Враги патрулируют эту территорию, пускай патрулируют. Так, пошли в пещеру. Как раз новый локация, слушай, вообще прикольно. Вообще прикольно, новый локация пещера. Грибы. Опа. Слушай, а вовремя я энергию восполнил себе, реально? Вообще, вот вовремя. А золото. А это надо мне? Не, если это мне надо долбить, то... Доски дали, прикинь, доски дали. А это что? Разрушенный камушек или что? Что это? Камень... Каменная крошка, реально. Разрушенный камень какой-то. Опять каменная крошка какая-то. А мне сказали, что в развалинах люди. Что-то я людей не вижу. По-моему, меня наебали. А, там дальше можно идти. Так у меня кирка так сломается, слушай. Не, не годится.
Ягодицы у меня кирка так сломается. Сколько там кирки-то осталось? А, еще половина, нормально. А что, 7 брони? 7 брони, реально. Это много или мало? Кто знает, для этой эры это много или мало? 7 брони. В принципе, я на старте, так что думаю, нормально. Хотя, если меня сейчас монстр какой-то встретит, это будет жопа. Чем ты мне отказываешь на выход? А, вспомнил. Стоять, не долбить. Топ-ящик. Погоди, а как я туда должен попасть? А, в обход. Ни хрена себе в обход. Давай вот это. Я понимаю, что... О, потому что кто-то есть, прикинь. А здесь не взять. А можно... Можно как-то убрать, не? Нет, ну блин, ну спасибо. Топор. Все, энергия кончается, прикинь. А это волки. Так, а ну волк сюда идет. По 24 бьет. Волк сильный. Мясо. Сейчас забьется инвентарь опять, смотри. И туда идти, и сюда идти. Капец. Зачем тебе камень? Или здоровье, вот это правильно. Сейчас забьем инвентарь, придется покупать. Придется покупать инвентарь себе, реально. А, понял. Так, что это? Плюс 3, плюс 100. А что, орехи так мало дают? Плюс 3 выносливость. Плюс 10 минус. Ни хрена себе. Давай сиди. Вот так. Так, думаю, хватит. Надеть. Сортировать. В принципе, чего нет. Как раз орехи вот потратим. Хотя я думал, что немного. Что это? А что блокирует ворота с другой стороны? Придется искать другой путь. Ага. Логично. Что по кирке? Кирка сейчас сломается. Кирка сейчас сломается. Хоть бы она дорубила хоть это. Хоть вот это, спасибо. Кожаный ремень, глиняная амфора. Это грибы я брал или что? Что у меня там? По одному, по одному, по одному много? Нет, все можно съесть. Нафиг ты это сделал? Все, хорошо. Куда? Все, вижу. Раз. Два. Громодное что? 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 Что-то было? Я не понял, что-то громодное было только что. Куда она пропала? Громоздкая, громодная. А, так можно сразу переносить вещи? Чё ты, блин? Прикинь. Можно сразу вещи сюда складывать. А чё я не могу вот это сложить? Каменную крошку. Что за прикол? Или тут типа ничего не это, не работает так. Такого нету вообще. Не существует такого в инвентаре. Ржавая кирка, предмет слома. Из-за этого, скорее всего, будет больше жрать у меня выносливость. Ну не страшно. Так, куда? Что? Мышка? Хорошо. 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 Добил. Красавчик. Так, теперь мясо. Надеть. Спасибо. Либо собираем. Куда ты мне показываешь? А, за вход заплатить. Блин. А теперь больше бьет, видишь? Хотя разницы не вижу. Что так была сломанная кирка, что так. Что еще дальше проход? Ой, блин. Так, а ну склад сложить нельзя. Так, надо тогда починить кирку. Мы, короче, исследуем пещеры, понял? Пещера большая. Очень большая. Но надеюсь, что она не эта. Во-первых, не обновится ничего никак нигде. А оно, по идее, не должно. Логично, логично. А во-вторых... что это такое? Таинственная пещера. А, понял. Исследовать. Так я еще не исследовал. Вы что? Таинственная пещера 3. 3. Так я только что там был, не? Что-то не то, да? Кстати, деревья, может, тут расти будут? Это так, чисто логически. Логично же, да? Что деревья должны расти.
Что я хотел вообще? Как что? Выложить, не выложить. Мясо, не мясо. А ты не можешь дать сразу мясо, не? Ну ладно, тогда покрутить. Покрутить, точнее, починить. Блин, это и тут энергию потратить. Жестко, жестко, однако. Давай топор сразу починим. Хорошо, все. Что такое? А что такое? Как понять? Как понять, как это работает? О, только что было. Спасибо. Я не понял, что это было, но ладно. Во, можно ему что-то продать? Давай, что продать? Доски? Не, обойдешься. А их сложить не... А, у меня все равно перебор. Перебор все равно, на складе-то они влезет. Видишь, не влазит. Лучше, нельзя. Эх, ну ладно. Или можно построить. А ну, недоступно. Недоступно. Ах, ты ж собака такая. Нельзя ни то, ни другое. Ладно. Ладно, раз такое дело. Что такое? Ага. Нет, обойдусь. Обойдусь без покупок всяких ваших. Так, давай дубину, наверное, сломаем. Мне дубина не нужна больше, правильно? Надеть. Сначала ломаем дубину, потом это, кирку, топор. Нет, копье, вспомнил. Дубина, потом копье. Ну, чтобы можно было просто разобрать это и все. А получается, западную долину, когда я очищу от врагов, у меня появится это, территория, типа, моя свежая, да? Или все равно будет все время показывать, что все плохо, все везде враги, смерть. Да, нельзя? Так, надо чисто право пойти. Смотри, да, реально, куда-то показывай, направо. А, это проход, погоди. Точно, это же проход. Сюда нельзя. А здесь я вроде все забрал. Вроде да, все. Давай грибы возьмем. Грибы это энергия. 4 штуки, вообще прикольно. Хотя это всего 4 энергии, но все же, это прикольно. Грибы, видать, надо собирать. Потому что у меня закончится энергия, и все, и хана, и мы больше никуда не продолжим, не продвинемся. Ну да, ля, быстро вообще копают. А на это убило больше ударов, наверное, раза в 2. Стопудово. А что такое? Не те грибы, что ли? Я вообще иду в обходной путь. Нафиг ты мне показываешь задание в другую сторону? Мне же сказали, что там что-то лежит. Мне туда нельзя. Оно меня не пускает. Что, все? Энергия закончилась? Типа, мне сюда больше не хватит? А как она восстанавливается, эта энергия? Ебать, большой камень. А ну, на большой камень хватит, как думаешь? А там и дальше надо. Все, не хватит. Слишком устал. Слишком устал, ты понимаешь? Слишком устал. Все, хана. Энергии нет. Пошли драться тогда. Раз сюда нельзя, идем драться. Или погоди. А это случайно не проход? Нет. Просто камень, знаешь, такой какой-то выделяющийся просто. Ну, как бы... Ну, и здесь какая-то недоработка в текстурах. Какие-то квадраты видны. Ну, нельзя мне сюда, блин. Ну, показывает, что нельзя. Ну, да-да-да-да. Ладно. Побежали тогда на разборке с караваном. В караване, скорее всего, должна быть еда, а у мужиков должны быть орехи. Это энергия, которая продолжит у меня здесь работу. Думаем оптимистично. Мы сегодня пройдем пещеру. Надеюсь. Так, значит, давай, этот, ты кто? Давайте заплатим сколько? 500 монет. Фу! Я принес тебе денарий. Этого хватит на дорогу тебе и твоему отцу, и будешь, думаю, в провинции. Благодарю тебе, но у нас нет припасов. Телега сломана, и отец не знает моих намерений уехать. У нас был уговор, и я его выполнил. Я это ценю, но обязательства сильнее меня. Ты что, больной? Я тебе денег дал. Хорошо, я помогу тебе, но клянусь богиней Мисси. Это последняя твоя выходка, начну с телеги. Какой телеги? Какой телеги? Все в пещеру. План побега, отслеживания. Так что? План побега, значит. Что нам надо? Починить телегу, начать. Пропало. И мышка. Напасть на караван давай. Давай нападем сначала на караван.
типа, а какого хрена он тут стоит? Реально. Офигел вообще. Я ему разрешал здесь становиться, я здесь был. А это что за мужик там стоит? Его там не было. А мужика там не было. А мужика не было, не было, не было. Дерево, мясо, ууу. Зелье, ууу. Священный колосс. Что за священный колосс? Ты что дерешься, офигел? Реально офигел, прикинь. Так, а можно сложить все? Ага, я понял. Нифига. Это ломать. А ломать не строить. Так, хорошо. Кого забрать? Значит, исследовать пещеру, пожарить 8 мяса, починить телегу. Погоди, тут пацаны. Пацаны, это... очень-очень плохой знак. С учетом того, что там кто-то сидит и молится. Дубина, предмет сломан. О, вот это сломанная дубина, ты понял? Сломанная вообще не дамажит. То есть 16 била. Хвала Меркурию, покровителю странников, мои молитвы услышаны. Да уж, приди я минуту позже, и твои молитвы услышали бы сам Плутон. Я был бы рад взглянуть на его колесницу, но хозяева подземелья царства так славен гостеприимством, что еще никто из гостей не возвращался. Я не в силах состязаться в радушии с богами, но тем не менее следует погостить у меня, пока вокруг не станет безопасно. Понял? Я собираю всех людей у себя в городе. О! 100 этот! 100 энергии дали, прикинь, откуда так? А что мне такое? Чем мне энергию дали столько? Перевозчик. Говорит с Сапием. Сапием, еще поговорим. Так, пошли сначала заберем мясо. Что это мясо лежит там и все. Вообще без дела, беспредел. Пляж. Не верю. Я здесь всех убивал. На пляже я всех убивал. Не надо мне тут ничего такого рассказывать, показывать. Я помню все прекрасно. Да, рыбачить можно будет стопудово. Стопудово рыбачить можно будет. Да вот, все чисто. Где? И где враг? Кабаны? Кабанов я не буду бить. Слишком жестко. Блин, ну камень опять копать буду. Места нету, ну что делать-то вообще? Слушай, я не знаю, я не шарю. Что, куда? Зачем? А, где чилил? Внизу или наверху? Наверное, внизу. А можно спрыгнуть? Не хочу есть. Ты охренел? А! Блин, у тебя же энергии перебор, я забыл. Я забыл, что уровень дали. Я забыл, что уровень дали. Так. Талант очки, давай. Сколько у нас тут дадут? А, 2 урона, хрень. Да, хрень. Не хочу рубить. Не хочу рубить. Сейчас, кстати, где тут телега? Найти колесо. Давай. Доски у меня, в принципе, есть, чтобы нет. Починить. Вот как раз доски превратились, смотри. Так, погоди, я ж не чиню. Я, получается, новое делаю. Ну не говори, что наверху надо. Собака. Реально наверху? А, нет, не наверху. Где? Во! Еще доски нашел. Нафига. А здесь тоже какая-то пещера будет. Скорее всего, там пещеру исследуют, и здесь придется исследовать. Это так, чисто моя догадка. Моя догадка. Да, давай. Твоя телега готова, как ты собираешься забил ее. А, тевтоны разбили нас при Арузионе. Наверняка ты даже не слышал о таком месте. Это очень далеко от всего до Галлии. Мы били отважно на легион львов. Ничего не стоит, если им командует баран. Все, что требуется от нашего покрытого Цепиона, это исполнить приказ консульса Максима. Но видите ли, Цепион приходил из древнего патрициатичного рода сервилеев. А консон Максимум из прибиев. Понимаю, что ж дела не ждут, припасы сами не
добудут. Я рассчитываю на продолжение истории, когда буду их. Овец. Овец потом. Что за вип? С теми бонусами в течение 10 дней с момента покупки. А, типа скорость бега, бесконечная прочность, скорость работы. Не, обойдусь. Реально обойдусь. Мне такое не надо. Тем более за донат. Я не люблю донаты. В плане, что игру надо купить там. Да. Так как ты поддерживаешь разработчиков, чтобы они могли создавать новые игры. А что такое? Прикол. А это? А, прикол. Святилище в подземелье появилось. Ну, типа, пиратки не качай из-за того, что ты забираешь деньги у разработчиков, точнее, ты за них не платишь за игры, а им потом нет смысла создавать игры, так как ты не даешь им прибыли с этого. Понял? Кол. Давай удали. Блин, с ним. Куда мышка делась опять? Собрать. Положить. Можно было не удалять, да? Что это такое? Грибы. Грибы. Давай, грибы. А, не, зелье здоровья было, прикинь. Так, это топор. Кирка. По чуть-чуть продвигаемся, смотри, по чуть-чуть продвигаемся. Вот это много, конечно. Долбит и долбит. Еще лезет, офигеть. Вот эта пещера большая. А что ее везде завалило? Что за прикол? Как понимать, что пещеру вот так настолько завалило? Этого не может быть. С учетом того, что если там сейчас много людей работало, ее не могло прям завалить там, везде вообще. Это камень, нафиг тебе камень. Так, ну тут волки стопудово. Да, конечно, вот видишь, сразу вот 200 просто, вот он ваншот был. Давай мясо. Мясо, даже два сундука, прикинь. Золото, подороже. Инвентарь переполнен, а можно? Какой инвентарь переполнен? Он не переполнен, вам показалось. Короче, да, покупаем, все. У меня не лезет просто. Ну, не лезет, ну ты понимаешь, ну не лезет, значит не лезет. Сюда, сюда, туда. Овец мы потом найдем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, энергия, пожалуйста, хвати. Спасибо. Еще волки. Ну, опять не влезет стопудово. Гарантирую тебе, что у меня сейчас опять не влезет. Сырое мясо влазит, конечно, но в ящике вот это не влезет. Так, ты бери, потому что у нас сейчас энергия закончится и все, и хана. Ну да, пожалуйста, энергия закончилась. Можно, в принципе, пожарить. Пожарить можно. Но не факт. Мне еще сюда надо, туда надо. Фух. А ну, а если взять таинственный перевозчик, исследуя пещеру? А ну. Куда ты мне? Туда? Нихрена себе. Аж туда, аж далеко так. А у меня нечего съесть, да? А ну, на складе что у меня есть? На складе у меня были эти орехи должны быть, правильно? Где мои орехи? А где орехи? А где орехи? Погоди! Орехи должны быть. Я помню, я их складывал. Их нельзя было сложить, типа еда. Если нельзя было, то ладно. Смотри, в следующий раз будем улучшать вот склад, потому что тут выгоднее. Тут 10 ячеек для каждого будет. А у меня тут всего 4. Ага, во. Таинственный артефакт, его вернуть на место. А какое место? А как понять, где место его? Овец к телей. Ну погнали, тогда придем овец к телей. Чего бы нет. Просто что теперь опять оббегать, блин. Казалось бы, здесь выход должен быть уже скоро. Ну, вот тот короткий путь, понял? Ну, придется оббегать потом. Так, окей, погнали, тогда овец приведем и в лагерь пойдем. Все правильно, все правильно. И сразу давай в лагерь, давай сразу в лагерь. Я забыл. Ага. Давай сразу в лагерь тогда разложимся, положимся, что там, где там, как там и все. И на этом закончим. Или все же овец привезти. А овцы где? Наверху?
Овцы вроде наверху. А давай, где тут у нас перевозчик? Мировые задания. Побочные задания и мировые задания. А то сюжетные задания, офигеть. Мы, короче, делаем все задания сразу. И побочные, и мировые, и этот. А мировые, скорее всего, из-за того, что они по всему миру раскиданы. То есть вот здесь вот самые ближайшие опции, это наверху, вот здесь вот. Ну да, я их помню, они здесь были. Ты кто? А, пятый уровень, типа, пятый, сколько тут? Три урона, случайные параметры, плюс один от одного до двух, скорость атаки, дальность атаки, шанс того, сего, максимальное здоровье, брони. Рубовый грибной суп. Грибной суп намного лучше, слушай, там 15 энергии дает. Но, наверное, много жрет. Вариант. Уже 16 энергии, могли бы уже прорубить, блин. Вообще непонятно, как это работает. Так, мышка. Мышка делась, мышка. Застрял. Прикинь, застрял. Овцы выглядят заброшенными. А, немного ухода, и они становятся совсем ручными. Эй, морковку? Вода. А где? У меня вода есть. У меня вода есть. Алло, а, нет. Еда есть. Взять. Напоить водичкой. Водичкой напоить. Раз, два, три. Хорошо. 15 должно быть. Хорошо, все, можно напоить. И они типа моими станут. А раз они моими станут, то... Так это только две овцы. Так теперь можно отвезти их к Алву. Так у меня... Слышишь? У меня же их не только. Понял. Давай еще воды добудем. Возможно, там нужна будет морковка. Ну давай три раза достукаем. Типа я могу себе позволить, у меня энергии хватает. Вот так, все, у меня 15 воды, чтобы, если что, еще овец взять. Все ж правильно. Возможно, враги будут, кстати, встречать. Как вариант. А, у этого чувака сейчас овцы. Да, точно, вот они. А ты кто? Я вижу, у тебя есть стадо овец, не хочешь мне их продать. Жители пригнали овец, чтобы накормить наш легион. На что нам от них проку, если готовить все равно не в чем. Думаю, я мог бы обменять парочку овец на глиняную посуду. Хорошо, у меня есть глиняная посуда. А, прикол. А где мне эту глиняную посуду добыть-то? Или типа она где-то тут лежит? Не, если она где-то тут лежит, это хорошо. Если нет, то это плохо. Блять, я овец катаю, это жесть просто. Мне кажется, им нравится, они кайфуют. Ага, все, надо было на выход идти, я понял. Надо было на выход идти, а у меня нечем, да, попитаться, чтобы восстановить. Да, энергию нечем восстановить. Окей. Ну все, значит, бежим в лагерь. Как раз тут осталось пару минут. Пока добежим в лагерь. Он как раз медленный, блин, передвигается еще медленно из этих долбанных овец. Ну слушай, ну зато прикольно выглядит. Катаешься с овечками. Овцами хотел сказать, но это же овечки. Их всего две. Они какие-то старые, хотя я сказал, ну, не важно. Так, значит, о, все, побежал. Ля рванул, стартанул, хорош. Необожженная миска. Певцы, что такое? Куда? Ты кто? Горе нам горе, храм Церери лежит в руинах, святыни похищенные алтаря осквернены. Кто защитит нас теперь от гнева богов? Я настигну грабителей и верну святыни, куда они направились. Словно хищные волки рыщут они по округе в поисках поживы. Среди святые особо ценны золотые градные зерна. Насколько этих плутон дал под в жене. Помимо их силы, она обречет возвращение к мужу, куда они пошла. Подземелье не всегда, подземелье царство навсегда. Слушай, так у меня есть зерно. Дар кого-то там. Овцы, так, взять. Натуральный обмен, сделать три миски, поговорить. Дар, найти зерна граната. У меня не то зерно, да? Ага. Так у меня не то зерно, что ли? Прикол. Слушай, а тебе реально мое зерно не подойдет? Прикол. А ну куда ты меня отправляешь? Где что? Где что? Кто? А, с ними драться. Ну давай подеремся, что бы не. Еще уровень дали. Бля, ну дали уровень, конечно. Спасибо. Как раз энергию восстановили.
Зерна. Зерна. Не зерна. Три зерна только дали. Ну давай, ладно, задание выполним, тогда, наверное, закончим. А, меня хрен знает, куда отправить, все. Во, сундук, слушай. Разобрать преграду. Надо 8 клинов. А чтобы 8 клинов сделать, что надо? Капец, всего до хрена надо. Все, на этом закончим. Я запутался. Тут всего дофига. Дофига заданий. Слишком много ресурсов. Я ничего не помню. Ссылка на приз будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.